Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Гістарична подія. У Білорусі здобита 135-мільйонна тонна нафти. Телебачення високої докладності. Національні канали почали вещання у HD-форматі. Моцные, спритные, умелые. У Гомеля открылась новая воркаут-пляцовка. Подари им шанс. 3 листопада пройдет черговая акция у подтримку бездомных живел. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Сегодня здобыта 135-мільйонная тонна белорусской нафты. Отповедную информацию поведомили у вытворчем объединении «Беларусьнафта». С историей и перспективами нафтоздобычи ознайомился наш корреспондент Олег Сенцеров. Вот такие установки, которые перепомпуют нафту с глубины не 3 километра в Уречском районе, заявились в 1964 году. Менавіта тогда тут была здобыта первая промысловая тонна этой сыровины. У 98-м вышли на рубеж у 100 миллионов тонн. Сегодня достигнута новая вышиня. Здобыта 135 миллионов тонн белорусской нафты. Назвать докладную сыровину, за которой здобытая юбилейная тонна нафты, нельзя. Она поступает в одну сетку. У Беларусьнафти регистрируются только огульные объемы. Але той факт, что показчик в 135 миллионов достигнуты менавіта сегодня, сомнений не выкликая. В вогуле процесс освоения белорусских нафтородовища был совсем непростым. Сварать инфраструктуру пришлось литерально с нуля. Максимальная добыча пришлась на 1975 год – 7 миллионов 953 тысячи тонн. Так Беларусь стала одним из буйнейших нафтовых районов Советского Союза, а не находилась в этом статусе недолго. Такие темпы отмовным чином поплывали на стан родовищев. Пришлось шукать иншие подходы. Зараз упор робится на пошук новых запасов углеродов. Сначала открываются крупные месторождения, их легче найти. В 65-м году Речицкое, в течение 10 лет, 65 по 75 год, открыты самые крупные месторождения. Речицкое, Осташковичское, Южная Осташковичка, Вишанская. Эти месторождения содержат порядка 60% всех извлекаемых запасов вообще нашего региона. И эти месторождения на сегодняшний момент выработаны на 75-80%. Соответственно, текущие месторождения, которые открываются, их запасы невелики по сравнению уже с действующими. Но это хорошее подспорье, если открывать по несколько месторождений и потом в дальнейшем вводить их активно в разработку. Вот. Хорошее подспорье для добычи нефти и компенсации потерь. Сегодня на смену технологиям, что лечились передовыми, еще 10 годы тому, приходят еще больше сучасные методы с добычи с отповедным обсталеванием. Специалисты демонстрируют белорусско-итальянскую буровую, якая отповедает самым строгим сусветным потребованиям. Выраб такого обсталевания освоили у Гомеля. Одночасово с пошуком новых родовищев сегодня айчинные нафтовики распрацовывают технологии с добычи сыровины, якая лечится тяжкоздобываемой. Еще один накерунок с добычи так званой сланцевой нафты, отповедной эксперт. Эксперименты почнутся в наступном годе. Усё это дозволит утримлюсь добычу на запланованном узровне и не допускать ей снижения. На текущий момент проводится расчет и анализ объема добычи следующего года. Могу сказать одно, что он будет не менее 1 миллиона 670 тысяч тонн. Соответственно, все направлено на то, чтобы в Республике Беларусь в дальнейшем от стабилизации перейти к увеличению объема добычи нефти. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Белорусское телебачанне выходит на новый уровень. Сегодня у жыхароў Гомельской области появилась магчимость глядеть национальные каналы у HD-формате. HD-телебачанне позволяет отримливать больше яркую и докладную выяву. С 1 листопада у таким выгляде можно примать телеканалы «Беларусь-2», «Беларусь-5», ОНТ, СТВ, «Мир». Позднее долучатся «Беларусь-1» и «Беларусь-4». Магчимость примать национальные телеканалы у HD-формате глядачам пропануе Белтелекам. Клиентам кабельных операторов треба доведаться, те могут яны зараз предоставить новую послугу. Отримливать HD-выяву может практично любой плоский телевизор. Каб знайсти сигнал, треба перезапустить пошук каналов. Зламали 7 саджанцаў дрэў и назавжды сапсавалі сваю біяграфію. Рахачоўскія школьнікі выпілі піва, і іх фантазіі хапіла толькі на подлае хуліганства. Трое падлеткаў знішчылі маладыя рабіны, якія, дарэчы, двое з іх самі саджалі ўлетку побач з роднай школай. Зараз дзіцячае глупства можа абярнуцца дарослай адказнасцю. Сюжэт Марыны Джалай.
Гэтыя дрэўцы вось-вось пачалі прыжывацца. Увесну распусціліся першыя лісцікі, але ім не пашасціла апынуцца на дарозе вучняў 4-й школы, 11-класніку і 2-9-класнікам. Ці то выпітае піва справакавала на хуліганства, ці то жаданне беспакаранна нашкодзіць. Здавалася, што беспакаранна. Вінаваты хутка знайшлі. Яны прызналі сваю віну, раскаяліся, купілі замест 7 саджанцаў 11, але ў любым выпадку супраць вучняў ўжо узбуджана крымінальная справа. За совершэнне данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде ареста, ограничения свободы, предусмотрено и лишение свободы. Однако при назначении наказания, я думаю, будет учтено их добровольное возмещение ущерба и раскаяние в целом. Для мяне гэта сапраўдны шок, прызнаецца дырэктар школы Александр Лейкін. Ён кажа, што гэтыя тры ўжо даўно знаходзяцца пад асаблівым наглядам настаўнікаў і школьнай адміністрацыі. Але каб дайсці да крыміналу, такога ад хлопцаў дакладна не чакалі. Это было большим шоком, что здесь оказались дети, которые садили эти деревья, которые в большом, очень часто помогают школе в различных трудовых акциях, поэтому это было большим шоком. Но где мы не доработали, я еще не знаю и могу сказать, где мы не доработали. Вроде бы много занимаемся профилактическими мероприятиями и индивидуально очень много работаем с детьми. Сёння юныя парушальнікі высадзілі новыя дрэўцы. Увесь час чырванелі і адводзілі позіркі ад відэакамеры. Непадалёку стаялі, апусціўшы вочы, іх маці. Такой увагі нікому не пажадаеш. Між тым школьнікі на ўсю Гомельскую вобласць паабяцалі больш ніколі не шукаць такіх забаў на свае і бацькоўскія головы. Я прашу прашэння за то, што сламал дзеревя. Я раскаюсь в этом. Я понимаю, что я сделал необдуманный поступок, я сделал плохо, я виноват, прошу строго не судить, раскаиваюсь, больше такого не повторится. Ну, мне стыдно то, что я так совершил, потому что мы эти деревья сажали и сломали, и это стыдно смотреть в глаза учителям, администрации школы, я тоже раскаиваюсь, прошу прощения. Напрыканцы хацелася б дадаць, што дзеці, нават ужо такія пад 1,80 м, усё роўна дзеці, якіх трэба любіць і падтрымліваць, каб потым яны не станавіліся героямі падобных сюжэтаў. Марына Джала, Ігар Марышчэнка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Рагачова. Кіраўніцтва рэгіянальных бібліятэк Беларусі і Расіі, нацыянальныя бібліятэкі, прадстаўнікі навуковых бібліятэк ВНУ сёння сабраліся ў Гомелі. Яны сталі ўдзельнікамі канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю вядомай не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі Ленінкі. Адкрылася канферэнцыя віншаваннямі і ўручэннем падарункаў. Да юбіляру прыехалі госці з Бранскай і Курскай абласцей. Зачытвалі вітальныя адрасы кіраўнікі рэгіянальных устаноў і нацыянальнай бібліятэкі. Пасля ўдзельнікі канферэнцыі абмеркавалі заяўленыя ў праграме даклады. Калегі дзяліліся сваімі даследаваннямі па гісторыі бібліятэк, краязнаўчым накірунку ў рабоце, міжнародным супрацоўніцтве і стратэгіях сучаснага развіцця. Многія госці адзначылі, што асобную практычную канферэнцыю можна прысвячаць вывучэнню інтэр'ераў, залаў і экспазіцыі самой Ленінкі. Бо менавіта гомельская ўстанова натхняе сваіх калег на новыя праекты і даказ Указывая, что библиотека, как культурный, информационный и выхаваўчы центр, заўсёды актуальная. В обществе ведутся споры о том, нужна ли библиотека. Поскольку мы говорим очень много о том, что сегодня главное направление – это цифровая трансформация нашего общества, экономики и всех сфер. Естественно, кажется, на первый взгляд, зачем нужна библиотека с книгами и с ее привычным таком пониманием, как библиотека-хранилище. Но Гомельская областная библиотека – это вот пример той библиотеки, которая умеет выживать, вовремя адаптироваться и, более того, даже задавать какие-то новые нормы. У Гомелі прайшоў 9-й абласны форум лідараў дзіцячага і маладзёжнага руху. У разгар восеньскіх канікулаў самыя актыўныя школьнікі прыехалі ў абласны цэнтр для абмеркавання сваіх новых ідэй і прапаноў. Ініцыятывы агучваліся на тэматычных секцыях і экспертных платформах. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак.
9-й областный молодежный форум проходил под названием «Лидеры 21-го стагодия. Новый формат». Символично, что его проведение супало со святкованием векового юбилея в ЛКСМ. И, конечно, не обошлось без вспоминов об молодых лидерах минулого стагодия. На одной из интерактивных пляцовок форуму был организован открытый диалог на тему, что корыстного сегодня можно отримать с опыта деятельности Коммунистичного союза молоди. Ни в коем случае мы не должны никогда критиковать то поколение, которое было раньше. Там, в 20 веке, те ребята, которые в вашем возрасте делали трудовые дела, трудовые подвиги, в годы Великой Отечественной войны отдавали жизнь для того, чтобы мы с вами мирно жили. Они отдавали абсолютно все. Зараз в Украине активно подтримливается молодежный парламентаризм. У рамках проекта «Города дружелюбные детям и подлеткам» у 4 райцентрах нашего региона уже створены школьные парламенты. Наступный крок – сформировать такий же молодежный представничий орган на областном узровне. На форуме это питание узнималось. Удельникам удалось обмерковать махчимый формат, компетенции и накерунки работы регионального парламента. Засталось реализовать. В рамках нашего форума мы исходим из того, что инициативы предлагает молодежь, а взрослые педагоги координируют, направляют, подсказывают, где-то помогают. Акрамя пропонов новых идей, на секциях молодые лидеры делились выниками реализации своих проектов. До прикладу, у Житковицком районе школьники по особистой инициативе вырашили ознайомиться с самыми запотребованными профессиями на мясцовых предприемствах. Совсем недавно в моем районе в Житковицком был реализован проект под названием «Шаг в профессию». Мы с ребятами посещали различные заводы, предприятия, организации, на которых могли переговорить с трудящимися и узнать что-то интересное о какой-либо профессии. Ребята уже поняли, в каких сферах они могут работать, а в каких все-таки нет, и в каких они себя не смогут реализовать. Форум лидеров стал стартовой пляцовкой для реализации новых инициатив. Поддержка проекту с боку одногодку и педагогу повинна подштурхнуть молодых лидеров до еще больше уверенного удела у житті и развитии региону. Евгения Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадио, компания «Гомель». Преч гаджети – дорогу тренду на здоровий лад життя. Гамельчан запрошають на воркаут-пляцовку, якую под прицелами телекамер і щирі аплодисменти гараджан урочисто відкрили на території 45-ї школи. Об'єкт такого типу – перший у регіоні. Ініціатива його створення належить громадському об'єднанню «Совет батьків Гомеля». Нову пляцовку оцінили і наші кореспонденти. Воркаут з англійської мови перекладається як тренування. Гэта спортивная субкультура, яка у європейських країнах давно стала популярна і хутко розвивається. У Білорусі воркаут-пляцовки для вуличної гімнастики стали з'являтися недавно. У Гомелі об'єкт такої оснащеності – перший. Дякувати за його треба громадському об'єднанню «Совет батьків», проєкт якого отримав перемогу у конкурсі «Будь здоров». Будовництво пляцовки пройшло в межах реалізації ініціативи «Рух дворових гульняв» проєкта «Белмед». Фінансував Євросоюз. На обсталювання території виділили 30 тисяч євро. Совет отцов города Гомеля давно занимается различными проектами, направленными на детей и на родителей, в основном на отцов. Да? И у нас появилась идея такая заниматься дворовыми видами спорта, как самыми доступными для всех. Для маленьких, больших, для людей с инвалидностью и без. Вот. И, естественно, один из видов – это воркаут, как самый такой демократичный, да, силовой вид. Поэтому появился интерес построить такую площадку. У конкурсе «Будь здоров» удельничало свыше 300 проектов. Переможцами стали 25 из них. Три – с Гомельской области. А кроме воркаут-пляцовки – гранти у поміри до 50 тисяч євро пішли на реалізацію не менш цікавих і соціально важливих проєктів. Одна з них реалізується общественним об'єднанням «Інваліди-спинальники», і вона направлена на розвиття паралімпійських видів спорту і на вовлечення людей з інвалідністю, колясочників в частності, в спортивні секції, в заняття. Тобто вона така дуже спортивна, скажімо так. І ще одна ініціатива реалізується в Світлогорському районі. Там у нас государственная организация является грантополучателем. Это Светлогорский отдел образования. Их инициатива направлена на продвижение принципов здорового питания. Они в рамках инициативы проводят мастер-классы для поваров, обучают их новейшим технологиям приготовления блюд, сохранением их самых хороших свойств и переоборудуют школьную столовую в Давыдовской средней школе.
Пакуль няма маразоў, можна смела апранаць спартыўны касцюм, абуваць кеды і адпраўляцца на воркаут-пляцоўку. Яна бясплатная, сучасная і прасторная. Калі радзей глядзець у тэлефон і камп'ютар, а часцей прыходзіць на Багданава 10А, то хто ведае, можа і вы таксама здолееце зрабіць вось так. Марына Джалая, Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадыокампанія «Гомель». Знайсці сабе чацверанога сябра можна будзе падчас дабрачыннай акцыі «Падары ім шанс». Яна адбудзецца 3 лістапада ў Гомельскім гарадскім цэнтры культуры. Мерапрыемства ў дапамогу бяздомным жывёлам пройдзе ў 13 раз. Сёлета новых гаспадароў будуць чакаць каля 80 катоў і сабак, якія зараз знаходзяцца пад апекай валанцёрскага руху. Усе яны агледжаны ветэрынарам і прышчэплены. Дарослыя жывёлы стэрылізаваныя. Каб пакінуць акцію з новым гадаванцам, спатрэбіцца пашпарт і спецыяльная пераносная прылада для кота ці нашэйнік для сабакі. Падчас мерапрыемства ў фае ГЦК будуць дзяжурыць ветэрынарныя ўрачы. У палатку дапамога жывёлам можна прынесці корм і лекі. Здымкі тэматычнай фотасушкі пазнаёмяць з жывёламі, якія таксама шукаюць дом, але не прымаюць удзел у акцыі. Сразу хачу немножечко зрабіць такую ремарку, што акцыя спецыяльна толькі для этих жывёлаў. Приносить животных на устройство со стороны нельзя. Я понимаю, что проблема существует бездомных животных. И животных бездомных очень много и под подъездами, и в частных секторах. Но приносить на акцию животных нельзя, так как в акции принимают участие животные, которые уже прошли карантин, которые привиты от бешенства, стерилизованы. И животных на акции будет больше 80. Поэтому, дорогие гомельчане, поймите и простите, но эта акция специально для животных с передержек. Падтрымаюць дабрачынную акцыю творчыя калектывы горада. Мерапрыемства пачнецца о 12 гадзіне. Жадаючыя аказаць дапамогу могуць звярнуцца да кіраўніка дабрачыннага руху па нумары тэлефона, які зараз на экране. Выхаванцы Мазырскага цэнтра цыркавога мастацтва «Арэна» ўзялі бронзу на міжнародным фестывалі ў горадзе Вісбаден ў Германіі. Журы конкурсу высока ацаніла нумар канатаходцы Кузняцовы. Фестываль праводзіцца раз у 2 гады. Сёлета адборачны камітэт Еўрапейскага маладзёжнага цырка разгледзеў больш як 150 заявак. З іх у конкурсную праграму ўвайшлі 25 цыркавых нумароў з 11 краін Еўропы. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Водитель автомобиля «Пежо» погиб в ДТП в Речицком районе. Трое пассажиров в больнице. Авария произошла сегодня в 1:30 ночи у деревни Гончаровка. За рулем находился 30-летний мужчина. Вместе с ним трое пассажиров. По предварительной версии, на закруглении дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина несколько раз перевернулась и врезалась в дерево. В результате ДТП мужчина погиб на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Две пассажирки 25 и 28 лет, а также 22-летний пассажир госпитализированы. По факту происшествия проверку проводят следователи. Еще 4 человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Рогачевском районе. Во время обгона по встречной полосе Nissan столкнулся с «Жигулями». Оба водителя и 2 пассажира «Пятерки» оказались в больнице. Россиянин пытался провести через белорусско-украинскую границу феназепам и опасную наркотическую смесь. Мужчина ехал в пассажирском автобусе Санкт-Петербург-Херсон. Во время прохождения таможенного контроля в Новой Гуте у россиянина обнаружили кисет, внутри которого лежали пластиковая карточка, металлическая коробка с таблетками и пакетик со смесью. При дальнейшем осмотре личных вещей мужчины найдены 2 курительные трубки и 10 таблеток феназепама. Гражданин Российской Федерации, незаконно перемещавший запрещенные товары, задержан. Гомельская таможня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 14, а также частью 1 статьи 328.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В суде Центрального района Гомеля начался процесс над бывшими сотрудниками Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На скамье подсудимых – экс-начальник и его заместитель. Мужчины обвиняются в получении взяток, превышении служебных полномочий и укрывательстве браконьеров. Напомним, задержали подозреваемых еще в апреле. Именно тогда раскрылись факты взяточничества. Схема была такова. Браконьеры приносили часть улова руководству межрайинспекции, а те передавали полученный налог вышестоящим лицам. При этом руководству Мозырской инспекции было известно о незаконной ловле рыбы на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Браконьеры безнаказанно орудовали там сетями, в том числе в период нереста. Так обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская и мужская команда гандбольного клуба «Гомель» провели очередные поединки в рамках национального чемпионата. Подопечные Сергея Цыганкова отправились в столицу, где встретились с местным СКА. Первый тайм гомельчане могут записать себе в актив. Армейцам лишь в концовке первого получаса игры удалось соорудить небольшой отрыв. Во втором тайме гости смотрелись уже не так хорошо, чем хозяева и воспользовались, уверенно победив 30-21. Стоит отметить, что старт нынешнего сезона у команды Сергея Цыганкова не клеится. Последнее место в турнирной таблице. А вот для женской дружины гандбольного клуба «Гомель» все складывается удачно. Очков гомельчанки не теряют. В очередном поединке команда Томаша Чатера легко разобралась на выезде с Викторией Берестье 45-24. Вскоре гомельчанок ждет первое испытание на евроарене. В третьем раунде квалификации Кубка вызова «Гомель» сыграет с литовским «Жальгирисом». Первый поединок пройдет на поле соперника 10 ноября. Домашний ответный поединок запланирован на 17 ноября. Завтра в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею очередной игровой день. Оба представителя нашего региона в этом турнире играют дома. Хоккейный клуб «Гомель» после недавнего поражения от «Металлурга» попробует реабилитироваться в поединке с «Неманом». Столивары ждут в гости своего ближайшего преследователя в турнирной таблице «Лиду». Оба поединка стартуют в 19:00. Вскоре в Орше соберутся сильнейшие боксеры со всей страны. 12 ноября в райцентре стартуют поединки Кубка Беларуси. Сейчас в Гомеле проходит аналогичный турнир областного уровня. По его итогам определят состав команды для поездки в Оршу. Места в сборной области оспаривают почти полсотни спортсменов. В мужскую часть соревнований заявились все сильнейшие атлеты. Так что на Кубке страны наша команда будет представлена во всеоружие. Чего нельзя сказать о женских состязаниях. Сейчас сильнейшие гомельские спортсменки отсутствует по уважительной причине. Наши землячки в ноябре будут отстаивать честь страны на чемпионате мира, который пройдет в Индии. Женская сборная Беларуси в данный момент готовится к мировому форуму. Отсутствие лидеров открывает путь молодым. Кстати, именно на молодежь тренерский штаб Гомельской области всерьез рассчитывает на Кубке Беларуси. На нашем Кубке есть спортсмены, которые будут проводить первые бои по взрослым. Это совсем другое испытание. Это не молодежь, не юниоры. У нас такие боксеры есть яркие личности, это 2000 года, от которых мы ждем входа во взрослую категорию, что они смогут себя проявить, особенно в легких весах. То есть будет ряд боксеров, которых мы будем просматривать, и я надеюсь, что они смогут набрать такой уровень, чтобы достойно выступать. Со стороны тренерского штаба нацкоманды Кубку Беларуси по боксу будет самое пристальное внимание. Этот турнир – один из решающих этапов для определения обоймы боксеров, которые будут готовиться к Европейским играм 2019 года. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».